Но не говорят, что выродят на поражение за них. А то есть, скорее всего, да, эти выиграют, но тогда героям точно не сделают. Но армии просто едят золото. Эти нависают. Кто это? Он стреляет чего-то. Лекарь тоже стреляет еще. Здесь надо лекаря. Понятно, где тут их. Сейчас идти на ваши какие-то. А? Вот так вот. О, да, точно больше дайте. Здесь тогда мы устаем. Да, главное. Хорошо вырезали. Мы их порубим. Нет, сюда. Главное, чтобы они не подходили. Ну посмотрим хоть что они еще представляют. Кто это? Надо быть их поддушить. Мы облегчим сразу. Сколько он стреляет раз? Три раза. Восемь все просто защиты отряд. Все равно. Да не. Нет, вот так вот войди. А у нас есть этот оборонительный удар. Защиту ставлю. Эти могут сюда ломать. Вот. Надо защитить. Он все равно с флагом уже здесь. Бум. Чего это время? Вот это он выжил.
Хорошо работает. Я последний вообще сыры заводил. Не выдержали. Там явно что-то это все. Уже пускай или сражается на себе вообще хрень. Ну, может стоило. Ого, что-то еще дальше. Почти половину было. Рубили. А где? Непонятно, сколько у них отрядов осталось. За два отряда? Уже его сковать? А, нет. Два. Ну хитро осталось, ему сейчас за попу. Это было садит. Он во фланг ударит. Пойдет во фланг. Нельзя применить к цели почему. Ну, 100% защита от ребят. Обойтись вообще мало. Тогда ну, вымани жука, ставим сюда. А здесь мы несем оборонительный. Но в ответку много они ловят. Если когда их двое останется вообще. Два удара. В ответ тоже. Может быть и сюда. Нам этих бы добить надо. Но второй отряд лучше. Никто никого. А у тех не было поинта. Рукопашные добегут. 2-4, да. На ответный удар. 10-16. Много. Ответный удар тоже. У нас что осталось? Ну пускай может этих добить. Нет, давай его попашем. Больше. Так он много наносит ответа, а вот тут ничего не. Не разобил. Ну и мы их разобьем.